Добрый день! Вы смотрите телеканал Shopping Show, телеканал для тех, кто знает толк в качественном шопинге. Меня зовут Надежда, и я гарантирую, что покупки вместе с нами принесут вам только радость и удовольствие. А у меня в гостях наш эксперт, человек-гаджет Алексей. Здравствуй, Надежда. Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня мы с удовольствием с ним предлагаем вашему вниманию телевизор от компании Trilogic, который решит огромное количество проблем в вашем доме. И его приятная цена всего 3590 рублей, уверена, вас очень порадует. Лёш, что умеет наш телевизор? Прежде чем сказать, что он умеет, хочется сказать, что это LCD-телевизор размером 15 дюймов и разрешением экрана 1600 на 1200 точек. Я бы сказал, что это оптимальный вариант по компактности и качеству изображения, которое выдает этот телевизор. Кроме того, это является телевизор со встроенным DVD-плеером, то есть здесь еще и можно просматривать с диска различные приложения. Но прежде чем я покажу тебе, как работает DVD-плеер, я хочу запустить именно телевизионный сигнал, который работает от антенны, входящую в комплект этого данного телевизора. Мы уже настроили несколько каналов, и я думаю, что сейчас с удовольствием подключу. Пожалуйста. Возможность, ты знаешь, возможность посмотреть телевизор всегда и везде без какой-то домашней антенны, это всегда очень удобно, потому что вспомните ситуации, когда вы приехали на дачу. Конечно, телевизор не оставишь там на зиму, его могут украсть или он там может испортиться. Вы приезжаете весной с Трилоджиком, и вот, пожалуйста, любимый ваш обычный телевизор с любимыми сериалами. Ну а когда все программы просмотрены, конечно же, у нас в комплекте, то есть с собой мы привезли на дачу множество любимых дисков и можем просмотреть их на нашем телевизоре. Здесь есть встроенный DVD-плеер. Подключаем, выходим в режимы, переключаем эти режимы на DVD и запускаем наш любимый фильм, либо мультфильм для наших детей. Вот ты знаешь, возможность, что это занимает так мало места, а взять с собой, например, на дачу или просто иметь дома такое компактное устройство, компактный телевизор, да еще при этом и DVD мы можем просматривать, это отличное решение. Как ведь не хочется нам прикручивать лишние полки, покупать мебель под эту громоздкую технику. Все, больше мы этого не делаем. Долой громоздкие телевизоры и громоздкие приставки. Компания Trilogic предложила нам идеальное решение. Компактный телевизор и компактный DVD к нему приставку, которая, смотри, как занимает мало места, и собственно говоря, подставка. И это еще не все. Я расскажу дальше о функционале этого телевизора. А кроме того, что мы можем просматривать информацию с DVD-дисков, также этот телевизор может читать информацию и с внешних носителей, с USB-флешек, с SD-карт, на которые, естественно, тоже можно закачать ваши любимые фильмы, ваши любимые фотографии. Данный телевизор считывает большое количество разнообразных форматов, и видеоформатов, фотоформатов, и графических форматов. То есть довольно-таки универсальное такое устройство. Теперь я знаю, как быть хорошей мамой, как всегда занять своих детей, чтобы они не тратили время и ваши нервы, не говорили, что мама, мне грустно. Вот, пожалуйста, всегда есть у нас DVD-диски. И ведь это тоже еще не все. Да, я перехожу к следующей функции. В комплект к этому телевизору идет такой маленький диск, в котором сохранено 300 игр. И также идет в комплекте игровой джойстик. 300 игр, да. Огромное количество. Играть, не переиграть. И вот именно с этими устройствами теперь наш телевизор превращается в полноценную игровую приставку, которая также может развлечь и ваших детей. Да, в принципе, я и сам не против иногда поиграть. Я думаю, Надежда, ты тоже любишь компьютерные игры. Ты знаешь, мне нравится эта история, когда довольны все. И теща, потому что никогда не просмотрит, не пропустит любимый сериал. Собственно говоря, что уж и муж, который всегда посмотрит футбольные матчи. Да вся семья теперь не будет грустить, если вы приехали на дачу. И это еще не все, Надежда. Есть еще одна функция у этого телевизора. Он еще может использоваться и как монитор для вашего компьютера. То есть разрешение, как я уже говорил, 15 дюймов, 1600 на 1200 точек. И специально VGA-выход, который подключит вас к компьютеру, и, соответственно, можно использовать уже его и в качестве компьютеров, и выходить в интернет, смотреть, опять же, фильмы, ну, делать какой-то, да,
компьютерную работу. Итак, в комплекте есть игровой пульт, игровой диск. В комплекте также есть удобный пульт дистанционного управления. И джойстик есть в комплекте, да, и диски. Да, антенна для телевизора, которая у нас с тобой сейчас вот здесь, ее надо продемонстрировать. В общем, все, что необходимо для того, чтобы... Ну, приятно проводить время либо дома, либо на даче, либо еще где будет угодно. Подзаряжается и работает данный телевизор от стандартной сети в 220 вольт. Поэтому, если есть электричество, всегда под рукой есть и телевидение, и DVD, и игровые приставки, и хотим, используем дополнительно как монитор. Я даже не знаю, что еще пожелать и что еще захотеть. Ну вот, если очень захочется, если ты вдруг купила компакт-диск, прослушала здесь музыку, и тебе очень понравилась музыка, тебе хочется оставить ее на память, к себе записать, то здесь есть такая же функция. То есть можно копировать с компакт-дисков либо с DVD-дисков информацию на флеш-носители, при этом конвертировать ее в необходимый, в нужный, более, наверное, сжатый формат, ну и, соответственно, использовать это дальше. Вывод напрашивается только один. Телевизор от компании Trilogic – это то, что вам нужно. Тем более, такая приятная цена – всего 3590 рублей. Но обращаю ваше внимание, что это новый товар в нашем эфире, и цена только сегодня, действует только один день.